Тбилиси. Древняя и вечно молодая столица солнечной Грузии. Здесь, на горе Тацминда, покоится прах великого русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова, имя которого с гордостью носит один из старейших театров нашей страны, Тбилисский, Ордена Трудового Красного Знамени, Русский драматический театр. Впервые за 125 лет своего существования театр имени Грибоедова побывает на благодатной земле вашей республики, станет гостем ее столицы. Какие же спектакли покажет коллектив театра взыскательному зрителю вашего прекрасного города? Александр Сергеевич Пушкин, чье сердце и чей разум могут остаться равнодушны к судьбе великого поэта. О последних днях жизни, о непримиримом конфликте гения и тирана рассказывает этот спектакль, созданный грибоедовцами по одноименной пьесе Вадима Коростылева. Известного советского драматурга Алексея Арбузова. Спектакль рассказывает о сложном и неукротимом характере Федора Балясникова, о дерзаниях и поисках старого мастера кукол, о его друзьях. Ариадны и Петра Тур, единственный свидетель. О благородной профессии врача, о его самоотверженном труде, об ответственности за жизнь и судьбы людей рассказывает этот спектакль грибоедовцев. Каждому человеку отводится ровное количество счастья.
Только одни растрачивают его сразу, а другие растягивают его на долгие годы. Пьеса «Вины Дельмар. Уступи место завтрашнему дню» рассказывает о трагической судьбе человека в капиталистическом обществе. Кроме названных спектаклей, зритель увидит драму Лермонтова «Маскарад», лирическую комедию Нодара Думбадзе «Не тревожься, мама», пьесы Жуковицкого «Одни без ангелов», Алешина «Другая», Каугвера «Свой остров» и пьесу Виктора Розова «С вечера до полудня». Театр ждет вас, дорогие друзья. Добро пожаловать!